Писала ему, что-то он, ну, не заходит, не отвечает вообще. Что-то ты заходил, но потом... Так, поставил запись, блядь. Войт, а кто нужен в гильдии? Вот вы часто задаете этот вопрос, а я каждый раз... Одного персонажа отдам своему парню, и он будет играть. Ого, ё-моё, он хорошо играет. Он вообще не играл. Я научу его. А что там хилить? На шамане-то. На шамане? О. На ДЦ там одну кнопку тыкать. Или Эрдру качну, там 72 уровень. Нет, качай не то. Посмотрим. Он только ДДК может пока что. Какую-нибудь парашу отдай ему ДДшную, бесполезную, типа, я хуй знает. Ну, чтоб только, бля, я хуй знает. Ты ему объясни, что в лужах не стоять там, блядь. Будем сейчас его учить, блядь, вместе, блядь. Ну, он до этого только StarCraft и Dota играл. О, StarCraft, так он должен нормальным пацаном быть. А какой у него номер в Dota? Номер в Dota я не знаю. Я часто слышу, что он играет. Спроси, да, если еще будем у тебя парня отбивать. Мне как раз пятый надо в тему. Просто арти там будет ебашь. Если что, научишь его арти там за шаму кнопку номер один тыкать. Там цепуха, блядь, ставишь цепуху, тыкаешь, блядь, пиздец. Почти угадал, у меня на двоечку цепуха. Ну да, на двоечку. Ну скажешь там, а на единичку чё? Щит малый, блядь. Быстрена. А, быстрена, нихуя. Всё, больше ничего не нужно. Короче, план такой. Так у меня больше ничего нету. Задрулю, страдает опять в эрдру. Блядь, ну вариантов нету. Sorry, понял, ты не вовремя пришел. А, ну это. Как раз ходил, кушать брал, а пришел. Ты знаешь, мне еще скажи, у тебя эрдру третьим или вторым спеком стоит? Вторым, третий у меня кошка, ага, по идее, ага, должна быть. Да, я вижу ИПМ. Так, ты мой шмот, посмотри, у меня лучшая сборка. Алло, визиря. Давай, я посмотрю. Ну ты дамажишь лучше задрулю. Задрулю мышкой тыкает все обилки, блядь, я видел на стриме. Ничего не правда, только прожать мышкой нажимаю. Ну прожать. Тебе надо, знаешь что? Вот ты посмотри у меня раскладку, видел? Вот. Да и вот это Alt-Q на вот эти вот кнопки выставлять, это вообще так непривычно. Нет, не Alt-Q, зачем? Ты посмотри, там нету ни Alt, ни сочетания, ни Shift, ни Ctrl, блядь. Там просто берутся все кнопки рядом, вот ASVD ты бегаешь. И просто берутся близлежащие кнопки. Начинается, вот у меня нижняя левая панель, да, если у кого стандартная панель, идет вот Q, E, R, T, Y, F, G, C, блядь, X, Z, вот, что, либо блядь. На английском, либо, не знаю, и на русском, и на разных языках нет, говоришь. Все правильно говорит. Q, E, R, T. Но я типа, я не должен транскрипцию читать, то есть я... Не говорю, типа, что я там, блядь, чисто по-английски. Ну, я слышу У, Р, Т, что-то, а потом Ку. Игрек вообще другая система. Вот, да, ну, типа, это. Ты заметь эту хуйню, ты поставь, ты поймешь, что ты ошибался, блядь. Просто поставь, вот, допустим, на то же сову. У меня, что там, лунный огонь вот этот на Ку, блядь. На Р у меня этот, кто... Как же, рой насекомых. На Е у меня облик совы, блядь. И я просто чувствую себя как бог, блядь. На единичку гнев, на двоечку звездный, на троечку, что там, блядь. Гроза, на четверочку лапка. Все, у меня 4 кнопки, считай. Ебать, у меня... А у если меня на мышке есть кнопки, это вообще огонь. Блядь, если на мышке есть кнопки, нахуй. Меня пиздят. Ну, если на мышке нет кнопок, вот это пиздец. У меня на мышке есть кнопки, но... Они для войса у меня. Представляете, меня чуть не отпиздили в начале инста, там, блядь, какие-то вот петухи были. А, летим, так им тебе суммонили, а ты не поднимался? Да, я же отпиздил. Ну, кстати, у визиря еще випка, ты это тоже учитывай. У меня какая-то сейчас сборка такая интересная, что я на прожимке даю чуть ли не топ-1 на старте, типа, а потом... А потом ты слышишь, да, залупа какая-то получается. Ну тебе... Ну, надо выявлять на черную магию или типа того. Не, залупа это черная магия, тебе надо просто СПД. Крит СПД. Так, ну тебе треньки надо, тебе подсобрать немножко надо и все. Ну и ротация там не проебывает. Я ж тебе говорил вроде как-то, ты... Что-то я хуй знает, надо посмотреть просто. Так. Чё, куда портоваться, я забыл, обвалившись сюда. Бля, спрашиваю. Сомните, пожалуйста, там локи есть. Давайте обвалившиеся, вот тут есть.
Да тут почти целый рейд уже. Так, ну да мы тебя подсумолить могли, по-хорошему. Визири, сейчас позырим. Так, что тут? Таланты что-то не отображаются, блядь. Бля, а что багается? У него хоть сакеты есть. Кстати, в натуре у меня же сакетов нет в артру. Я забыл. Сакетов нет, так ты вообще бомж. Это, ну займись там на досуге. Ну я как бы сейчас посмотрю, наверное, ее спек, но она дамажит больше, блядь. Я же вот это сет просто когда собрал, тогда камни не повставлял, забыл про это. А, это у тебя совинные эти таланты, да? Ну, был тогда совинный, когда подожди, вначале все. Подожди. Таланты, да, совы, я же тебе говорил, за шмот писали, ну, спекер друг у меня есть, могу спекнуть. Все, сейчас позырим. Так, значит, блядь, заебись башка. Шея даже лучше, чем у меня, блядь. У меня какая-то 200-я там, блядь, стоит. Так, ну 4 Т7, Т7, блядь, даже смотри, так, 200-е, ну ладно. Так, плащик. Плащик, конечно, совинный. Так, наручи. Плащ я могу такой одеть. Бля, наручи секс просто, блядь, секс. Наручи про матери. Так, вот с этой пухой я на сове хожу, имейте в виду, блядь. Так, ну это заебись. Вот это на хосту я не помню, у меня, ну на хосту такое себе, конечно, надо что-то на МП5. Это получается что, это две параши на хосту. Такое себе, он просто просядет по мане. Ну я не знаю, так-то похилит он. Но тринки на мане. Надо будет потом, знаешь, что искрасить хотя бы. Там МП5 какой-то есть. Ну яйцо еще говорят, вот, блядь. Ой, не яйцо, блядь, как оно называется-то, блядь. Этот. Звезда, по-моему. Колокол. Кстати, тут скалагарно. Чецы? Он меньше, по-моему, дает. Короче, дай ассиста, Войд. Ассиста дай. Срочно. Короче, это, шмот-то заебись. Тринки хуёвенькие, конечно. Ну давай, ладно, давай, ты вырь другую шон в сове. Куда вы там? А, пошли трэш пиздим. Хули. А сколько нас, кстати, это? Так, сейчас я в сову прыгну. А... по другой этой пойдем, что ли? Больше расстояние сделать? Или весь и это самое, смотри, они сейчас кастанут, баба идет. Быстрее уводи трэш. Отводи его, поднимай назад. А то она сейчас пульнет, давай пойдемся. Веди похуй наверх. Сибитесь все, спрячьтесь за угол. Она сейчас еще кастанет, и вы просто ляжете. Отворачивай куда-нибудь. Вот сейчас смотри, минус рейд. Вот, заебись там. О. И вон туда куда-нибудь отверни на синий купол. Один хуй. Дальше. Заебись, вайпа. Вот так, вот поэтому я люблю рейды ходить, блядь. Видите, как кайфово. Давай вайпанемся, блядь. Пошли пиздить трэш, блядь, вайпанулись. Пиздец, блядь. Это знаешь, как в ЦЛК. Да она пришла сама. Арти, ты помнишь же в ЦЛК, блядь? Такие приходят пацаны, ну типа... Блять, пойдемте ЦЛК, там все. Я когда первые рейды собирал, знаешь, какая проблема была? У меня всегда пукан горел, блядь, с людей. На какой-нибудь петух тупой имбецил, блядь. Постоянно запуливал полную комнату трэша, блядь, перед ребром, блядь. Ну и короче, там можно типа справа или слева обойти. Можно по центру пройти. Ну и челики такие идут, блядь, справа. А у меня очко горит, я вижу, что они, сука, сейчас сагрят. Вот я прям знаю уже заранее, блядь. И они агрят. Ну ребро ЦЛК, первый босс. Костяной такой, блядь, вихри крутится с топором, блядь. Ну, короче, брат. Блядь, вы там сдохли все, нет? Сдыхайте уже. Нет. К вам пошел этот, закаленный бурями кто-то там. На Канаме пошел. Ну так а нахуя вы бегаете? Ну, сдохните. Ну, я не знаю. Этот босс мне не дал сдохнуть нормально. Она стала у меня фир. Так, и потом... баба вот так делать. А чё, Канаме где стоит? Чё вы, блядь? Да, иди, Бигвар. Вот смотрите, вот... Чтобы избежать вайпов на трэше, это надо заранее знать, блядь, когда будет вайп. То есть, если вы заранее понимаете... Сколько вы спулили, как спулили, где босс ходит. Вот если босс ходит, это значит пиздец, надо съебаться за 5 километров. Так что,
чтобы не сдохнуть, блядь, на этих мобах, нужно, ну, блядь, как вам еще объяснить? Вот мы идем пулить мобов. Где те мобы, кстати? Они побежали где... за Канаме. Да Канаме уже я хуй знает. Сейчас убьют Канаме. Ты где Канаме, блядь? Ну, видишь, у него хп чуть-чуть пропало. Да ничего не пропало, 2.5 стоит. Ну, наверное, далеко убежал. Да пиздец, да куда он убежать-то мог? О, да вот сама не знаю, сдох. О, на Рику теперь. Рика. А где они вообще, ебать? Я тоже не пойму, где они. Я забагал вам рейд, пока. Маша, давай резай меня назад. Блин, Канаме, бой повесил. Ты Канаме какой-то подозрительный, блядь. Тебе не кажется? Да, да, я кину вас на голду. Я тебя боярну. Ты чем? Мне интересно. Бой повесил. И все ваши резы из гибанка украду, кста. Мне не нравится то, что ты говоришь. Ты, ну... Мне не нравятся такие люди, которые провоцируют таким способом. Давай как-то попроще. Ладно. Ну я тоже просил ник не менять. Ну а тебе написали Канаме, чтобы релы видели. Ник. Можно было без рослов написать, например. Ну так а что там, я неправильно что-то писал? Как там было в начале? Еще один идет, лови. На Артён. А, я не соска, а соса было, да? Да, не надо ничего там в скобки писать. Ну так это же твой ник был, который ты хотел. Ты его себе постоянно менял, это что-то тебе напоминает там или что? Просто вот этот ник, который в игре, он должен быть первый. Ну, типа вот так он. Так, поставь его. Без вот этого в скобках, что ли? Да, поставь нормальный ник. Так тебе его ставили, ты его обратно менял. Поэтому я промахнул. Нет, мне не ставили нормально его. А тебе какой ставили? Я сначала Канаме пощупил. Поставь такой, как у меня в игре стоит. Ну, вот этот Канаме же у тебя в игре. Вот такой, да? Правильно? Неправильно. А, через Е? Ты вот это имеешь в виду? Ну только это самое. Да это без проблем. Просто ты это можешь сказать, ну без всяких вот там, я не знаю, спизжу там, не спизжу. Это все, конечно, весело. Но это я начинаю подозревать какого-то нехорошего человека в тебе. А чё этот турбовый зайдет, чё он там? Не знаю. Мы написали ему. Эй, Гнилич опять вылетел, да чё так? Гнилич говорил ему 5 вылетов надо, блядь. Не, он ставил на 4, ты чё? Удосы с нами? Или так, нет? Куда баба идет? Давайте пошли в другую сторону, на себя ставлю метку. Попробуем еще 2 мобов, блять, загрить. Давай. Хуяк, бежим. Только вы спрячьтесь здесь, короче. Стойте здесь, сейчас я приведу, блять. Интересно, убьют меня, нет? А зачем они? Блять, надо же бежать, сука. Чтобы попробовать бежать это. Все, беги, бегите, танки, бегите. Они же бегут все равно сюда. Бегите быстрее. Все спрячьтесь за угол. Мы же ведем мобов, типа. И все, они сейчас придут сюда. Идите, где сова показывает. Спрячьтесь. Они повернут вон туда лицом мобов. Все, и мы сейчас убьем их. Увидите, как заебись. Зачем мы там тоже причистим? Ну, чтобы вообще заебись было, короче. Ну бегать до фрей пешком. Короче, как у нас там было? Значит,
тактику. Арти же ты тогда сказал, да, вот эту хуйню, что пулей там нет их из-за... Да, да, да. Ага, ну вот заебись. Я помню, на циркуле такая хуйня была. Ну, мы на циркуле так не делали, я тоже там нашел где-то на каких-то форумах старых, 8-го года. Я вообще тоже думаю, блядь, а нахуя мы бьем кошек? Типа, ее же можно не бить. Ну, я читал тактику там, типа, что... Я-то вспоминал, типа, что ее убиваешь и все, а у нас ДПСа мало, понимаешь? И нам проще ее не бить вообще. Вот, и встает вопрос, где ее держать? Либо отдельно от рейда, я вот думаю, должны быть два хила и танк, скорее всего, чтобы там друг друга смогли прохилить. Вот, и чтобы они шаман, допустим, антифир ставил, ну и танк, я не знаю, может быть, это вар будет. А здесь, чтобы кто-то свои сбивали косты. Вот, авентор тот же у нас есть. Авентор, я думаю, не пройдет. Раз, да, авентор? Зуботычину дашь, берсер, с берсерка прогнешь, когда надо, авентор пьем. А антифира нету пристовского? Антифир пристовский. Прист кидает на себя. Прист кидает на себя и дает мас диспел. И все. Отходит. Удивительно, что я появилась. Чё там Денис не отвечает? Так, Денис не отвечает. Денис. Денис Анарель. Так, ну давайте куранём, мы чё тут? Короче, я примерно знаешь, как думаю, блядь. Надо сделать так, чтобы, допустим, сейчас вот объясню. По первой тактике, я думаю, если держать его далеко, типа, то вот здесь звездочки стоит вот этот дикий защитник, первый, который появился. Вот, мы там спулим, там он появится, и мы съебемся просто все, короче. Или хуй знает, или отвезти его как-то туда, блядь. Короче, сделать так, чтобы он там стоял с танком и двумя хилами, и они просто там жили. С антифиром, со всей хуйней. А босс стоял вот здесь где-то, чтобы они были вне видимости. Или вот здесь, чтобы он не прыгал на рейд. Просто фишка в том, что у защитника 9 саков. И за каждый стак плюс 50% к урону. Вот, и он считает сколько там. Это почти в 5 раз сильнее. Это получается 1000 по 6 в секунду. Он по 5 будет в секунду дамажить. 5 секунд это 25 тысяч. Это, короче, считаю, у него дотка вешается, плюс оглушение, блять. Плюс там еще, короче, дохуячего. Это считаю, он и дотку, и оглушение вешает одновременно на кого-то с рейда. Плюс атакуют. Вот. Поэтому он такой, это, опасный. Говорят, что его можно в рейде держать, но ультразвук плюс... Типа держать его в рейде. Вот, допустим, мы... Вот босс стоит в кружке, да? А мы все в сове стоим. И тут же этот дикий стоит. Но мы не его бьем, а босса чисто. То есть, если его убить, лужа появится. А лужа, она какие проблемы дает? Что ты, когда в фире бегаешь, ты в эту лужу можешь забежать и хп потерять много. Да, вот это сало и есть, то есть стан. Какому СС кидать? Давай. Да подожди с ССом. Турбопушка должен зайти, как бы. Где он там, блядь? Сбивать будет. Да? Кого? Касты, ты говорил. Ну, пушка заходит, можно покурить пойти. Сейчас подумаем. Допустим, у нас на боссе будет... Тут, в принципе, что? Два вара у нас есть. Вар может держать защитника. С ним будут, допустим, турбоёжик и артефекс. Так, Роланду, если мы, допустим, кинем... Роланду мы кинем к хилам. Она будет давать антифир на хилов. Хотя это как бы похуй. Артефекс с турбоёжиком стоят там с клипсой. В звездочке. А мы все стоим в кружке, блять. Но с пула надо будет вот здесь также за углом, типа, убить этих мелких и все, и разводить. Но разводить, когда дикие из луча появятся. Всем здрасте. Короче, я быстренько поем и зайду. Я только пришел. Давай, заходи. Тоже это, курите, пока наливайте чай там, блять. Это. Да, тоже это покурим. Так.
Можете перекину. Во вторую. Серый, кстати, этот БР давал недавно кому-то под именем Настя. Вот где этот хил смотрите. Там уже спала КД на БР. Ну. Мне тоже самое показывает, что и ты, но только КД когда потратили. Да, в 10 тишина, да? Да. Я здесь на минут 5 лягну. Визиря. А откуда такая дробяшка падает?
Спасибо. Спасибо. Слушай, на этого, на Энха, там же что надо? Крит, сила атаки, да? Сила заклинания не так важна. Там, а еще и меткость, да? Энхи вообще там разных типов могут быть. СПД. Да. Хоста точно не нужна Энху. Если это СПДшная Энх, то точно не нужна ему хоста. СПД крит. Ну и меткость, да, СПД, ну это в основном. Меткость, да, там, ну, там немного, потому что там, в принципе, ну, ты СПД, упор, да, там, ты упор делаешь это... на билки. То поэтому, пока я досмотрел, там уже половину на этого, половину, в основном все от чего, там, от этого, от молотобурь, там же тоже дается этой хрени. Плюс молния, плюс, ну, может. Гнидыч, тебе нужно зайти на свое мыло, к которому привязан у тебя аккаунт, и подтвердить, что это ты зашел. Просто другого компа. Либо зайди в личный кабинет и там подтверди тоже, что, ну, типа, мол, этот айпишник безопасный. Кто? Ой. Так. Блядь, ну чё? Турбо, что, не может зайти или что? Это про него говорили? Турбовый этот. Нет, я Гнидычу говорил, что у него этот, не может трейд кинуть. А, место входа. Зайди на мыло на свой зайди, которым привязан аккаунт. Там будет у тебя сообщение, что ты, мол, зашел. Подтверди, что это ты. А чё вот этот вот... Либо через личный кабинет, ну там нажми что-нибудь, понажимай что-нибудь, чтобы подтверждение выставили на мыло. Может еще треску пью? Еще привезти, да? Так, ну куда она идет? Как раз к ним. Нет. Ну, сейчас надо подождать, когда обратно пойдет, потому что привезти, блядь. Можно к Ходору побить, можно собрание, блять, не, собрание так. Ой. Надо кошатницу ебануть, короче. А чё Турбовый, где он, блядь? С подозрительного места, Гнидыч. Да, были такие проблемы со входами, я просто с этого... С личного кабинета, короче, все места удалял заново, она потом по новое подтверждение на почту приходит, и все нормально потом было. А мне вот Гнидыч кажется подозрительным. О, трэш, вы посмотрите на него. Он тролль какой-то. Сейчас вот она уходит как раз. Идите, только спрячьтесь за угол. Я приведу. Ха, мы на спринтах. А мы куда?
Мы трэш бить. Хотя его, конечно, чтобы надо вся... бить. Там портал, блядь, есть к Мимирону, блядь. Ну так ее можно будет вообще по кругу водить, блядь, спокойно, блядь. Бабу эту просто, блядь, пустить по кругу, блядь. Все, я бегу, короче. Она ой, бежит за тобой. Ты вместе с боссом бежишь? Да, да. Вова, че она на меня идет? Я ж вообще ничего не делал. Я хуй обидел. Может, она агрессивная. У нее какая-то этот неприязнь к ночнорожденным. Да. Настя, давай диван опять. Вихрь да, не где, работает. Вихрь не работает на кошку. Рядом с тобой стою. Корни тоже не работают. Зато проверил, блядь. Сука, спячку не проверил. Эх. У меня этот показывает все способности, когда будут. Сейчас ужасающий визг будет. Да ну, умираете? Да. Показываю. Да, блядь. Сука, все. Где трубопушка, блядь? Трубопушка, трубопушка, где... Я ему в ПМ написал, блядь. Филин, а Филин кто это? Диси, Филин. Это там Лок. А, новый. Чарубель. Можешь снимать диван. А помнишь, ты говорил этот самый новый какой-то... А, челики какие-то в гильдию хотят. Это он из них, из этих челиков? Пять челиков. Ну, это тот, который тебя знает, то, что я говорил. А-а-а. Он тоже на циркуле играл. На циркуле. Кем играл на циркуле Чурбель? Какой ник был там? В какой гильдии был? Палом. Надеюсь, не Лаки Бубсом, блядь. Драйга, хуй знает, не помню такого. А знаешь меня откуда? Да и вообще вряд ли придут. Ну раз им надо прогресс. Убитые хранители. Из таблицы Менделеева. Не, нахуй, тут не будем пулить трэш. А что-то. Или радиус у него сильно большой. Пизду. С этих, кто нравится по КДС. Не, мы сейчас как это самое, уже, наверное. Блять, я не знаю, короче, уберу его пока с пати, блять, чтобы не это. Так, будет. Чего? Меньше матерись, меня ругают. Ругают. Ага. Уважаемые господа, сейчас кто мы будем. Бабу по кругу водит. Эту красивую женщину мы будем водить со ступенек на ступеньки. Сейчас мы исполним тактику филигранную. Короче, понятно, да? Клипса, Артифекс и Турбоёжик. У вас спецзадача. Это держать одну кошку Дикого Защитника. Но я не знаю, если там ваншотать не будет, типа... то можно будет одному хилу вернуться, допустим, Марте. А у нас будут Визирь, Азраил и Настя. Три хила. Вот. Косты у нас будет забивать Авентер. А, тотем у нас будет ставить... Давай еще знаешь как. Арти. А, Роланда еще будет ставить. Она будет ставить сразу хилы, чтобы освобождались в пятой пати. И Бигвар. Бигвар, если вдруг Авентер прослакает, мы ему ГП там вхерачим. И на тебя будет антифир работать. Трепета. Если что, собьешь пинком каст. Удар часового. Я думаю, мне просто... Если собьется, я просто сколько поймал, просто сбивать. Постоянно ничего не сбивается. Смотрите. Понял, когда сорвет, сразу к нему бежать, стараться избить каст. Я понял, суть. Да, там, то есть там каст долгий, там он секунд 5 идет, во-первых. Каст называется удар часового. Вот если она докастует его, она будет поддерживающее потоковое заклинание кастовать, которое наносит дамаг от тьмы. И за каждый урон от тьмы по всему рейду она увеличивает следующий стак на 100%. И так до 500%. То есть первый дамаг еще может и выживем, а второй тоже будет ваншот. То есть она убивает весь рейд. То есть имейте в виду, она кастует подготовочный каст, его надо сбить. Если вы проебали этот момент, ну сори, типа упустили этот момент, кто там... просил без мата. Так, ну и как обычно, мы типа пулить начинаем. Вот мы стоим вот здесь.
чтоб кошек нам спулить. И рейд стоит вот тут в ромбике. А ты где сам? Сам это. Бегите сюда. А, звезда. Ставлю рыбу, короче, давайте. Бафы там посмотрим. СС как в понедельник. Точите рыбу. Так, ну СС, давай 5 локов, короче. Давай. Макшаман на визирю кидай. Гниноч на задрулю. Рика на Войда. Кошка на Варлайк. На танков. Нет. А Чирубель кидай на турбоежика. На двух хэпалов надо. У них вставалок нету. Стойте, пока сейчас не пулим. Сейчас бафы проверим все. Так, у меня вроде все есть, даже кулак есть. Минус 3. Принцип какой? С пула будем заливать кошек. Вот я, допустим, дам кружок. Вот, его будем выбирать и зергать. И потом следующую метку. Задача что? Зергануть, вот как кошка, как мы с пулем босса, типа вот тут стоим в ромбике, босс на нас там смотрит, все. Убить быстро кошек четырех. С пулу Геру дадим. Вот. Зальем кошек. Значит, на боссе будет этот самый Тагариус. Тагариус. Тебя квадрат дам. Бегаем в звезде и в квадрате. То есть, смотри, ты когда босса водишь, ты, если босс там фернул тебя или еще что-то, ты побежал там куда-то, сюда, допустим, отбежал, и босс такой ступенек стоит, ты не води его назад, где он стоял, то есть не теряй времени, просто поверни на рейд, и все, рейд станет сам, звездочку и под лицо босса, и все. То есть, ну, особо водить его не надо, это лишнее. То бывает, что когда отводишь его куда-то в бок, а она дыхнет, там тайминги не успел посмотреть, и все, дыхнет, тебя убьет там, и все попадут. Так, 3PR, 5SS, гнидыч, ты заходишь. Кто там чё агрится? Где? Соул Стонинг. Всё, чат ищи. Дикий, да? Дикий носок, блядь. Так. Короче, баба идет к нам, давайте проверку. Имейте в виду, сейчас она идет к нам, будем пулить. Так, два танка, клипса. Короче, смотрите, с пула танки, ваша задача. А, смотри, этот. Кто? ДКшников нету. Надо какую-то ловушку или что? Парашу какую-то кинуть. Только чтобы вас не убило. Ловушку, допустим. Блять, один хант есть. Кинуть какую-то парашу вот там, да, вот. И это самое. И спрятаться, короче, всем. И смотри, этот самый клипса. Ты стоишь вот тут, клипса, иди сюда. Вот тут стоишь. И как только выйдешь, и как только из-за угла появятся кошки вот эти на нас, типа, ты им сразу ударную волну всем четырем. И потом, вот за эти 4 секунды, что они под волной стоят, вы должны раскидать на них таунты. То есть, таунт Тагариус даст по кошкам. Этот, ты дашь стан, но только чтобы волна эта прошла. Вот. Сейчас клипса. Вот, уже готовьтесь, уже встали все в ромбике. Звездочку поставил. Все в одну точечку давайте, красиво. Кружочек выбираем заранее и готовимся его бить. Готовимся. БЗ прожимай. Тоже беги сюда. Беги сюда. Тут тебя шотнут. Они не шотнут. Ревностные. Убило. Давайте, Геру, пока клипса, держи все это на себе. Фул ДПС по кружочку. Фул ДПС по кружочку. Потом звездочку выбираем. Быстро. Чем быстрее убьем первого, тем проще будет дальше. Звездочку теперь. Потом резко. Бейте, быстрее звезду все выбрали. И зергаем ее. Максимально быстро. Все, сбиваем. Не, это херня. Тагариус, тебе не надо было стоять там, вот это, умирать. Это было неправильно. Вот сейчас столько людей упало, что нам ничего не поможет уже. Ложимся. Не бегайте, вы только время тратите. Так нам просто еще побегать, чтобы они попрыгнули больше. Там креветка стоит за стеной. За стеной стоит клипса.
И как только забегают кошки за угол, Клипса дает им ударную волну. Ты тоже стоишь здесь. Ты не должен ловить этот дома. Ты не должен умирать, понимаешь? Этого вообще не должно быть. В тот момент, когда 4 секунды идет ударной волны по этому, как он называется, по кошкам, вы за это время растаунчиваете их. То есть берешь, нажимаешь там, как он называется, праведная защита на кошек. Этот Клипса нажимает на одну кошку, допустим, дразнящий удар. Она его уже 10 секунд атакует, или сколько там, 6. На вторую таунт нажимает. Плюс массовый есть таунт у него. За это время сольется одна кошка, и никто не... Одна ремарочка. Давайте сразу на кошек поставим метки, и я с Тагариусом смогу договориться, что я там учу, что он. А там были метки? Были метки. Ну, ключевое слово «были». Я думаю, в этот раз поставят. Так, рыбу поставил. Ну, ключевое. Стойте все. Босс спулился, и все должны стоять за углом, даже там. Потому что тебя они шотают, понимаешь? Они тебя убьют. Так. СС и проебали. Ну вот, допустим, что там? Они еще ходят так по боссаному. Ну вот, кружок, череп, короче, это будет Клипсы, а крестик, треугольник Тагариуса, допустим. Вот и все. Цель не умереть с пула. Лучше отдай глыбу, креветка, если ты сагрил вот этим столбом. Отдай глыбу, постой с пула. Я босса случайно переложил на себя. Босса не надо бить. Надо точечно. Я был живой бомбы и накинул. С ударной волны, с ударной волны. Ты. Самолете нет. Блять, у меня ебучую маску пришлось повесить. На 10 минут. А что случилось? А я что-то зашел в игру, перс мертвый, короче, побежал к телу, а там ни хрена реснуть не дает. Что там, тактика, ничего не изменилось? Да у нас новые тактики. Один наскок кошки и Тимыча как не бывало.
Да. Народ, а завтра на X10 возьмете меня? Базука там идет. Ну да, чё нет. О, ништяк. Ну я ж не этим буду, я буду хилом. Ну приходите все, я не знаю, сколько там десяток получится. Как бы всех, ну, не гарантирую взять. Будем смотреть по сетапу. Понятное дело, что там 10 локов и 10 крестов не могут пойти. Ну я понял. Не, мне хил важен, не хочу его водить. Просто, блин, с этой работой до конца, не знаю, успеем, не, но все равно всем начать, то может и успеем. Тоже сейчас хила подадить, а потом сразу его в этого венха переделать, ну, спеком будет, все. Чтоб там кач-прокач. Раз. Угу. Слышно.
все на месте. Так, промо Люба не зашел еще. Так, время 2:30. Должен уже быть. Так, надо писать ему. Бан и хвостатый хил в онлайне появились в Дискорде. Слава Господу. Но зайти в игру не знаю, зашли нет. Так, а что-то случилось? Я с дисклевом на волка. Чё, сейчас... Надо, чтобы заходили. Сейчас в тиме чё там хп просядет. Обжарить сейчас. Ты всем радуешь. Гильду студию. Саурон еще. А что он там? Блять, что там можно студировать на циркуле? Вот, ребятки, давайте лучше воскорнение выносить. Давайте на лес. Да, не-не-не, там не рейд, там он гильдейское собрание, как дальше будем жить. А, так а что жить, пускай на Сирус переходит, блять. Что там делать? Ну, ЖГМ, там топовая гильдия есть, потом там руководит. А, понятно. Бедняга Сауроныч. Если он придет сюда, то он заставит нас в поле палы одного хилить, тут все. Ага. Представляется там этого хилить, если что. Я скакаю туда сюда в диск, слушаю. Привет от Войда ему передавай. Я передам. Я просто вот сижу в этом диске, захожу на секунду, слышу, типа, хилам и танк вдруг ПП. Выхожу обратно на наш диск, опять на минуту залетаю и слышу. Короче, блядь, будем два хила хилить нахуй срока. Ну хули там уже делать, блядь, все бисовые. Так. Вы так лича будете одного полипалы? Не, сложно. Если Валька схватит джоба. Да, Джерри он умудрялся в Вальке даже захиливать. А че этот трубоежик офнулся? Просто офнулся. Зайдет. Блин, а у меня регов нету на это. На совинный паф. Так, пан пропал из сети. И это тоже. F11. Блин, когда же у нас будет фулл рейд? Когда мы стартанем уже? Можно сейчас стартовать, но АФК есть, только ёж. Ёжи. Это все турбо оффуются, не пойму. Нитро закончилось. Может, кстати, действительно его выкидывает из-за того, что он подозрительный. Не поверите, этот панцер на рейл зашли в онлайн, я им пишу, они выходят из онлайна. Есть такое. Ой, бой начался, что происходит? Кто-то спалил босса. Клипс. Базука. Он идет на базуку. Клипса. Кто-то его сделал. Клипса помер, значит, Клипса спулил. Астя, диван. Кончился диван, Риги, кончился. Ну-ка, спячку хоть поюзать, ну-ка, спячка. Придется умереть. Блядь, невосприимчивость. Не юзается она, макушат. Не смеешь ничего. Умиротворение юзается. А, ну это только рейндж атаки. Видишь.
Стрел упал и выжил. А нет, уже. Круто. Когда у нас там Бармалюга зайдет? Да, печаль. Я хз, кстати, вот я вообще стою, ничего не делаю, она почему-то мне агрится. Да просто ты ей нравишься, понимаешь? У нее неприязнь к расе, к моей. Расистка. Угу. Расист. Так, Липса ж там с пулем, он там где-то стоял. Она идет на самого опасного в рейде. Опасно. А что меня опять в звании понизили, я ей ПГП не вижу. Кто тебя понизил? Это баг какой-то. Я не знаю, написано я Alt-Wing. Я не знаю, я никого не понижал. Это забагалось, наверное. Так, это будет, наверное, ночью. Злоево. Так частенько багается это звание, баганное. Возвращается в это звание постоянно. Дай ему ученика тогда. Чё, ну, дай мне магистра. Магистра мне. Магистр Йона. Нет магистра. Граф Дуку. Почему паны Остата не ходят на их, кстати? Ну, с работы они когда пришли, наверное. Нет, у пана, вы только босса у пана не работа спулите? Заканчивается в 7, он уже в 7 должен быть дома. Ну, не всегда, наверное. Я уже все проверила. Не, ну может там объекты пошли, не знаю. Он же типа что-то там предоставляет, какие-то услуги. Я больше расстраиваюсь, что Ёж интернет пропал. А ты зайдешь, Ёж? Ну вот, те, с кем аренила, я спрашивала, когда будем аренить. Вон, вас 2 через 2 работает в ночь, в день, как бы. Чё, ваза, не знаю, сейчас. Ваза-то не будет сегодня, ничего. Ну, а где он на вчера был, сегодня, значит, не будет. Кого в Хилас пекать теперь? Если турбоёжика нету. Бармалюги еще нету, блядь. Васа как вариант. У него что, хил есть, что ли? Мне кто-то говорил, что он начинающий хил. Ну, начинающий это начинающий. Войт, как пример, это ты тоже начинающий хил? Я вообще не начинающий, я уже практикующий. Ну можешь спекаться. Я уже заканчивающий, блядь. Спекайся. Ёж, ты чё там? А он в Дисе вообще нет. Он не в Дисе. Пипец гнидыч в онлайне, посмотрите, он тут сидит. Эх. Мах 206. Гнидыч. Будет он играть мага 206. О, пан зашел, бог ты мой. Че ты говоришь, креветка? Мах 206 есть. Брать? Да не знаю. Бармалюгу надо брать, по идее. Депонатор заходит в онлайн. Пати сразу. Там пал Градос, Петя, который. Петя, Петя, Петр. Он недавно его взяла. 210-й Градус. Протик он. Возможно, у него КД. Его КД. У него КД, я спрашивал. Ну вот и все. А так он за любой движ сказал. Лишь бы его класс нужен был. Типа. Бармалюга еще что-то не отвечает. Денис, ты не в курсе, где там Саша не писала? Она будет сегодня вообще, нет? Ну что-то не отвечает Лисе. Ну, Бармалюга ж писал еще днем, что он ну, опоздает где-то в 8.30. Ну, 8.30, так уже 8.47. Ну мало ли там что подзалип или кушает или какает.
Саша, там какие-то проблемы с родственниками, что ли, короче, не дают, что ли, играть, не знаю. А, понятно. Вот если Войт будет материться, мне тоже не дадут играть. Да, поэтому напоминаете там. Так, депонатор, в Диссе уже депонатор. Ну хотя бы трубоёжик либо обратно зашел, либо бы Бармлюга бы зашел. Короче, депонатор. Пока это. Ставьте шкаф, пока сумоньте его. А вот шкаф есть. Только не пульте босса, уже надоело умирать. Хилов все равно вещь не хватает. Настя, есть. Назад. Назад. Гуляйте? А то заагришь. Чего я заагрю? Я тут вообще-то хотела сфоткаться с головой Клагарна. Селфи. Ну сейчас целовать. Пробудиться. Я хотела позвать. Кому скучно, приходите. Попробуем. Ставили-то? Да, попробуем всем все написать этому Бармалюге в Диссе, может зайдет. Хэштег. Вот, я ж тебе давно говорю, пора телефонные номера брать. Я буду звонить им. Ну хоть бы ответил. Хоть бы ответил, зайдет, не зайдет, непонятно. Рыба стоит, вон точите. Не знаю, давайте там... нет. Турбоежик. Нет, ты подожди, ты это, ты в той пати будь. Тебе надо будет это, отойти с арти и с клипсы. Когда появится дикий защитник, будешь хилить себя, шамана и танка. Надеюсь, он вас не убьет. Если убьет, придется его в рейде держать. Ну и типа я не знаю, как он будет дамажить по рейду. Настя, подбегай сюда. Давайте попробуем пул дать, пока там не раздуплился никто. Так. СС, давай. Давай заново. Как вы кидали там? Ну, так же, как кидали, только Чарубель. Ты кидал турбоежику, кидай теперь депонатору. Если не ошибаюсь, остальное все так же. А, ну Тимыч у нас появился. Кошка-мурка уже кинул, Настя? Да. Угу, ладно. Короче. А где все стоили? Бафы обновляю. Вот. Еще раз объясняю. Значит, во-первых, надо лут поставить сразу, чтобы не было вайпа. Так, джипсы не знаю. Короче, смотрите. Еще раз напоминаю танкам. Когда вы поставили лужу, маг, не маг там, все съебались вот сюда, в ромбик, вот сюда. Вы должны это понять. Если мы не съебемся, если кто-то вот тут будет ебалом торговать, танк это, без разницы, вы просто сдохнете. Кошки шотают. Они наносят сразу 15 тысяч, каждая. И плюс это все на 150% увеличено у каждой кошки, то есть это ваншот. Любому танку они ваншотают. Не успеешь их снять с танка. Сори. Короче, уважаемые господа, вар клипса, как только увидит, что появляется нос кошки из-за угла, и все четыре кошки высунули нос из-за угла, вот здесь мы стоим в ромбике, дает ударную волну по ним. Они получают стан на 4 секунды. За эти 4 секунды происходит следующее действие. Дается гера, дается массакра, ну чуть позже там, секунды через 3. Дается full DPS в звездочку или что там, какая метка есть. Дается от Тагариуса и от Клипсы стан по окончанию 4 секунд по кошкам. Дается таунты. Даешь там ударную волну, там лужу разливаешь, чтобы босс хотя бы тебя бил, а не какого-то мага. Все заливают кошку. Сначала одну, потом вторую, потом двух оставшихся. Ауеши. Вот, типа первые две самые критичные. Они усиляют друг друга. Вот. Это самое главное. Если мы эти четыре кошки с пула убьем без смертей, вот, то если расовый можно, но смотри, на стан и диминишинг есть. То есть три стана и все, и там невосприимчивость будет у кошек. То есть вот этот стан, ударная волна, плюс дальше стан. И третий стан, он уже будет на секунду всего лишь. То есть все это расовое, лучше не парься. Макшаман, заходишь? Да, да. У меня просто Ростелеком бывает такое. Понимаю. Так,
босс идет сюда, это внимание, всем готовность. Давайте помолимся. Помолимся Господу Иисусу Христу. Так, выберем метку звездочку. Вот я заранее выбрал. Тоже можете выбрать. И уже ауры. Жду. Распределить правильно. Распределить ауры. Войт, а если ауры с первого пула захерачим ЕП дашь? Дам. Двойной ЕП дам. Если сейчас захерачите. Задача выжить. Все, уже все за стеной, все за стеной быстренько. Звездочка уже в цели, ударная волна на готове. Геры, сакры, все таунты, станы. Вот босс идет. Стан, ударная волна. Гера. Пул ДПС звезду. Разрываем ее, пока этот стан и таунт действует. Быстренько, быстренько. Базуку выбрал, стаунти. Следующий кружок. Кружок выбрали. Пул ДПС. Две этих убьем и остальные две просто уешим вместе с боссом. Все, отлично. Теперь просто уешь. Я через черепок играю, вы через что хотите. Фул ДПС. Снимается страх. Снимается страх. Избиваем каст. Под ноги боссу идем, под ноги боссу. Не крути, рейд здесь стоит, не крути его. На ком там был этот. Быстрее добиваем черепок. Не води, ничего не делай. А уешьте эту парашу быстрее. Часовой защитник. И крестик добили. Выбрали крестик. Значит, смотри, Клипса, твоя кошка выходит, дикий защитник, твоя, отводи его в звездочку, арти с дюпонатором и артефексом, и Клипса идут туда, в кружок веди босса, Тагариус, Тагариус босса в кружок, быстрее все в кружок ушли, чтоб кошка на вас не прыгала, слышно, прием, прием, раз, два, три, быстрее развели всю эту парашу, сбили каст, потом всех лестник, быстрее все в кружок встали, чтоб кошка вас не видела, быстро все в кружок встали, сука, вы глухие. Встал в кружок, снесло. Вот. Она будет прыгать, пока вас видит. Вот, теперь стали здесь. Арти захиливаешь. Депонатор захиливаешь арти. Частицу дай на арти. И хиль себя, и клипсу. Все, теперь Роланда вставалку. Да не отбегай. Аккуратненько. Аккуратненько подходи к нам, бей босса. Сейчас забавкаемся. Все, помолчите, сейчас все дадим. Значит, даю лапку тебе, пока бьем. Клипсу захиливай. Захиливайте, вас там... А, арти сдох. Вставалка есть, арти? Я вставал. И дюпонатор тоже сдох, блять. Ну, встань, попробуй. Дюпонатору еще дам. Не, не вариант. Видишь, убивает вас. Короче, ложимся, залупа это. Так она просто прыгает по хилам и их шотает. Ну, которые, она 18к в лицо просто. Ну это понятно. Ну, значит, это ложитесь. Значит, надо заливать. Я не знаю. Ну, либо заливать. А 18,5. Еще, короче, такой косяк есть. Она пытается, когда прыгнуть на другого, у нее просто срывается агро по КД. И она пытается к вам побежать. У меня просто таунтов не хватает ее там держать, так что херня получается полная. Да, я сама лично побежала хилить, клипсу увидела, арти сдох. Тан кинула. И потом не помогло, короче. Сейчас. Просто в чем проблема была? У кошки есть рейнджан, который она будет прыгать минимально. Это 5 метров, как я говорил на прошлый раз. И нам не надо было стоять, нам надо было стоять именно в танке, а не бегать где-то рядышком стоять. Еще раз повторю, она сама все время начинает убегать, сама набирает дистанцию и начинает прыгать. Потому что у него и максимальная РНЖ есть, кроме этого. Все, забейте хуй, особо не запудривайте себе мозг. Просто сейчас будем бить, я думаю, наверное, 3 кошки или 4 мы убьем, она, этот баф у нее легче станет, и мы просто ее бить не станем, будем в рейде держать. И это самое, будем пробовать просто босса бить. Ну, потому что 9 кошек убивать мы вряд ли будем, это тупо на ачиву, и мы просто ДПС слишком много потеряем. Наверное, 4 или 5 кошек мы убьем, и просто будем босса лить. Ну и с пула мы, наверное, Геру давать не будем, сейчас у нас пул лучше. И вот этот пуловый момент, мы кошек убиваем, вроде все живые, это самое главное сейчас. Гнидыч, что там? Блять, зайдет куда-нибудь Бармалюга? Я уже здесь я с телефона сижу, а игра все равно крашится. Менять его надо. А что у тебя, аддоны там или что?
Из-за чего это вся хуйня? Пиздец. Может, это из-за того, что у тебя вот этот доступ неподтвержденный, или тебя выкидывает? Без аддона выиграют. Уже подтвердил. Мне кажется, просто его аккаунт сломает, потому что писал, типа, что он заходит не с стандартного места в чате, то есть. Или айпишник у него динамический. А как у тебя игра крашится? Объясни, пожалуйста. Ошибка какая-то, или так же, как у меня было, просто кадр, стоп-кадр. Просто ошибка, да? Не, это я у него спрашиваю. Как у меня. Вот это странная хуйня. Если ошибка, настройки графики на минимум поставьте. Не, у него не ошибка. Ну есть маг 206 тут. До сих пор. Врач? Ну спроси, пойдет он, нет, Вальдуар. Он пойдет. Ну все, баланс есть. 4 мага, 4 лока. Ой, бля, когда же это закончится, бля? Давайте шкаф.